Еще раз добрый день, добрый вечер уже. Сегодня с утра я здесь сделал репортаж о том, что собираются убирать мусор. Убрали мусор. Сейчас я вам покажу, что произошло. Я делал репортаж где-то в 8:30 утра. Сейчас где-то уже 6:00 вечера. Но на данный момент, вот смотрите что. То есть кто-то уже положил небольшую кучечку мусора. Смешно звучит. Смешно, но неприятно. Вот так полтавчане живут в чистоте. Потом они возмущаются, мы возмущаемся, что грязно, нечисто, не убрано. Да было убрано в обед, но уже не убрано. И так постоянно происходит возле мусорных баков. Это частое явление, люди выносят мусор, они со словами девать его некуда. Ну, вот так вот.